Трубка фрукта, элементарный способный вещевая трубка, предназначенная для исследования электрических разрядов при низком давлении. Она была изобретена английским физиком Уильямом Круксом в 1875 году. Крукс – один из первых наших технологических изобретений распространения электрического разряда стеклянных трубок, заполненных разряженным газом. Эта трубка по форме напоминала большую грудь, с обоих сторон которой он стоял металлический пластик. Конструкция трубки представляет собой стеклянный баллон, который вставлен в правильный пробу, который странно. Трубка присоединяется к вакуумному насосу, с помощью которого отталкивается воздух. Поверхность трубки, противоположной катоду, открывалась фосфорицирующим состоянием. После того, как на электроды подавали высокое напряжение, наблюдалось яркое свечение стекла. В результате этих наблюдений трубка кусок неона, через который выходит поток лучей, которые были названы катодными лучами. Если не пути катодных лучей разместить какое-нибудь препятствие, то на фосфорицирующей поверхности будет наблюдаться течение этого предмета. Отсюда был сделан вывод, что катодные лучи, как любое другое свечение, распространяются прямолинейно. Для трубки это устройство создавалось всего лишь источником необычных лучей, которые распространялись отрицательно заряженные электроны катодов, которые впоследствии получили название катода. Однако в дальнейшем эта трубка стала прообразом от трубок и трубок.